Ну, в ресторан я не против, конечно. Только чтобы там было вкусно. А ты сомневаешься, что в Болгарии вкусно? Ну... А ты расскажи, шашлык же ел-то? Да, ели. Шашлык ели. Ну, неплохо так. Ну, желательно, чтобы было лучше, конечно. И побольше, да? И побольше, да. И подешевле? Ну, подешевле, само собой. Да, здесь можете сувениры купить. Да, вот, пожалуйста, возьми. Большой выбор. Большой выбор. Здесь сувениры, ты не хочешь купить членам нашего гаража? Ну, я подумаю. Или в правлении, хочешь купить в правлении что-нибудь? Вот здесь винный отдел. А нельзя перевозить. Ну, если постараться, что ты? Для нашего этого гаража ты что, не хочешь? Я понимаю. Для товарищей наших. Ну, я постараюсь что-нибудь сделать. Постараюсь. Мы идем по центральной улице, пешеходной. Здесь вот люди отдыхают. Сейчас мы приближаемся ближе уже к морю. Да. Да. Вот наша машина стоит, копейка вот стоит, там Нива стоит. Ага. Шевроле Нива. Даже две. Так что наша машина тут еще есть. Но вы приобретаете Мерседесы, да? Да. Мерседес. Приобрел белого цвета. Вот кафе.